Экс-возлюбленная известного футболиста призналась, что ее беспокоит одна из подписчиц. Оксана Осинкина столкнулась с весьма оскорбительными высказываниями. Молодая женщина выразила возмущение поведением злопыхательницы. Оксана Осинкина, бывшая жена полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, воспитывает их общую дочь Ангелину. Экс-возлюбленная футболистка опубликовала скриншот комментария женщины, которая угрожает ей в интернете. Оксана попросила оставить ее в покое, а Осинкина подчеркнула, что подобное поведение является неприемлемым. «Настоятельно прошу никогда более не оставлять подобных комментариев под каждым постом. Я не хочу ни видеть, ни читать этот бред, лечите голову», – поделилась бывшая жена Дмитрия Тарасова. Стоит отметить, что страница обидчицы Оксаны практически пуста, на ней очень мало постов. Судя по всему, женщина скрывает свое настоящее имя и увлекается футболом. Она регулярно комментирует матчи в социальных сетях. При этом публикации злопыхательницы Осинкиной не набирают большого количества лайков и комментариев. Вполне возможно, что она хотела привлечь к себе внимание с помощью активности на других страницах пользователей Инстаграма. Подписчики Осинкиной поддержали ее и посоветовали блокировать неадекватных комментаторов.